Самуил Маршак. Разговор с внуком. Позвал я внука со двора к открытому окну. Во что идет у вас игра? В подводную войну. Войну? К чему тебе война? Послушай, командир, война народам не нужна. Играйте лучше в мир. Ушел он, выслушав ответ. Потом пришел опять и тихо спрашивает. Дед, а как же в мир играть? Ловя известие, что с утра передавал эфир, я думал, перестать пора играть с войной, чтоб детвора... Играть училась в мир!